Ну, знаете, в конце все было в порядке, но в самом начале достаточно не очень трудный элемент был. Ловля за спиной на равновесии в фуэте. К сожалению, была допущена ошибка, потеря предмета. Обидно. Дениза также участвовала в этапах Кубка мира, тех самых значимых этапах Кубка мира, которые в этом году будут квалификационными к Олимпиаде. И на одном из них, в Софии, именно в упражнении с булавами, она стала финалисткой. Общая оценка Юлии Водопьяновой – 19,9 балла. The total score for Юлия Водопьянова – 19,9. 19,9 Юлия Водопьянова.